Водители автобусов устроили массовую драку. На остановке они не поделили дорогу, выбежали из кабин вместе с кондукторами и начали сбивать друг друга прямо на глазах у пассажиров. Разнимать молодых людей пришлось продавцу из павильона. Видео со случившимся уже вызвало возмущение у пользователей социальных сетей. И виновников требуют уволить. Подробности у Дениса Денисова. Ужас, идиотизм и беспредел. Примерно такие комментарии от пользователей чаще всего встречаются под этим видео. Все случилось в воскресенье вечером. Кто кого подрезал, уже непонятно, но конфликт между персоналом двух автобусов, 74-го и 56-го, быстро перерастает в почти массовую драку. А после побоища маршрутчики разъехались дальше, возить пассажиров. В комментариях под видео пользователи даже смогли установить место, где проходила драка. Вот оно, улица Суворова, остановка кафе «Заря». В интернете, кстати, пишут, что за кадром видео остался и третий автобус, чей водитель вмешался в драку. Впрочем, в полиции и департаменте транспорта настаивают на двух. Как и очевидец случившегося, Валентина Алексеевна. Она оказалась одним из немногих, кто решился остановить драку. Я тут кричала, говорю, ну выйдите, хоть помогите маленечко, ну дерутся пацаны. Я им говорю, вы же на рабочем месте находитесь, да, вот так, по идее-то, на рабочем месте. Ну вот, тут просто этот зажал его там. Завалил, бил его там, наверху сидел, но я не могла уже туда раз подскочила, начала поднимать его, говорю, ты что делаешь, что убиваешь? В городской администрации нам рассказали, что стаж у водителей небольшой, 4 года на двоих. Объяснительные они уже написали, где вину скидывают друг на друга. Но кто кому не уступил место на остановке, это не главный вопрос. Уволить теперь могут обоих, но это не точно. Наверняка, можно сказать, только после служебной проверки. Ну и уже сегодня сняты с маршрута. Берутся объяснительные, предприятие проводит служебную проверку, и уже по итогам будут приниматься меры дисциплинарного воздействия. Именно руководители предприятия они принимают на работу, водители они несут за них ответственность. Драки среди водителей красноярских маршруток происходят регулярно. Так, поединком между водителями 99-го и 2-го автобусов на остановке «Космос» запомнился декабрь прошлого года. А спустя несколько недель в битве сошлись экипажи «Пятерки» и 52-го за главенство на проспекте «Свободный». И если это и вправду тенденция, то пугающая. Денис Денисов, Павел Войницкий, 7-й канал.